Вот если здесь, в отдельно взятом месте, скажем так, на территории Израиля, здесь начнется этот процесс объединения, изменятся все вокруг нас, арабы абсолютно. Вокруг нас, антисемиты. Абсолютно. То есть они из врагов станут друзьями? Они не имеют никакой свободы воли, кроме евреев, никто не имеет никакой свободы воли. Смотри, что тебе говорят антисемиты. Ты держишь ключ от счастья моего. Ты являешься причиной всего зла в мире. Значит, ты можешь быть и причиной всего добра. Ну, сделай это. И нечего сидеть и плакать. И наплакивать снова на себя неизвестно какое будущее. Известно, в принципе. Но так давайте опомнимся и серьезно подойдем к этому вопросу. Я вас прошу. У нас в руках действительно великие силы. Мы можем сделать счастливым и себя, и весь мир. Закончим с этим изгнанием 2000-летним и придем к правильному выводу.